Сейчас мы подходим к батюшку Иоакиму, отцу Иоакиму, к его дому. Тут березки у него растут, красавицы. Иди сюда. Выбирай, каких надо, 10 штук. Ой, давай, 10 штук, выбирай. Ну, быстрее время. Ну, куда я убирать сейчас? Подожди. Ну, куда? Ну, в карман, в шапку, в ведро жалко. По 10 штук. Откладывай. В тазик. Да возьми ведро, потом пересыпешь. Пошел, дай-ка черемуху собирать. У нас там черемуха, я вчера смотрел, вообще замечательно. Наверное, сладкая. У батюшки все сладкое. У него была, она засохла. Замерзла. Поэтому, видать, от нее отростки. Сладкое-сладкое, но это еще не очень поспело. Залетело сейчас. Нет, там ты закрыл его, кого там? Да на глаз сверху, видать, шевелится. Да ничего я не вижу. Выбирай. Бачка. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Вот ты говорил. А нам лишь бы дорога ездить. Ты еще не знаешь, какие будут карпы, когда привезете. Ой. Дорога, это журавли живут. Первый год. Склати, Господи, на славу тебе. Вот дома не ходят. Поставь. Поставь здесь. Пускай выдерет. Осталась дома только мама. Ничего, Женя. Она глухонемая. Очень хорошая женщина. Никого нет. Куда-то уехали. Смотри, как Людмила. Сколько у нее рос. Да. А то у тебя могло столько же расти. Красота. У тебя поменьше там, правда? Да, кто бы этим занялся бы? Окно, как отсказать это... Где, ну как назвать это? Круглая это антенна. Сама пускай выбирает. Кошечка. Это вам. Не кошки, нет. А вон гляди, гнездо какое. Прямо над дверями гнездо. Солода. Это вам. Не. Все. Благодарит. Значит, на подбородок. И так это значит благодарит. Никого не оказалось. Все. Видите, у него как сделано? На магните. А, ну хорошо. Лужков? Не знаю, похоже, а может быть и нет. Да нет, говори. 10 карасей, клади. Выбирай любые. А куда мне? Просить? Ну вон сумочка, ты что ты боишься-то? Там еще она закрытая. На, ну, нагрузи. Ну бери. 10 штук сказал. Да вот так вот накидай. Давай, мы накидаем. Накидай. Давай. Ну рукой ты боишься или что, не пойму. Да, Марата, зачем? 3, 4, ну, подожди, 4, 5, потихоньку. 6, 7. 8, 9, урони ты. Доставай 10. Все, благодарим тебя. Спасибо. Вперед, за помощь. Что, сработало? Грабли? Грабли, ну, все, это нормально. Мы еще там еще не хотим. Не, мы пока на шлюз только. На шлюз только ездили. Мы на шлюзе ловили. В субботу будем испытывать. Мы почистили, но там еще много осталось. Машина дергали? Да нет. Ну все. Вон наши идут. Давайте их обгоним. Надежда Васильевна с ребятишками. Рукой боится рыбу затронуть.
Никак не ожидаешь, какую черенку человек выкинет. Вот мы идем с Игнатьем, начнем раздавать карасей по 10 штук больших. Он сейчас к Кустинову пошел. Вот по дороге порядок навел. Где что лежит, это козел ходит. Прицепленный. Без рогов, главное. Это вон там Алексей грузит себе сено. Разгружает, вернее, уже. Он сам за рулем, за это, Алексей за рулем. Там жена. Там еще буду брать. Алексей! Бегут, бегут, бегут. Сейчас. Вон, пришел. Вон. Здорово. А где мама? Мама, фотки папы. Где? Вот это ушла. Куда? Еще один. Мама-то где? Ушла куда-то. Где она, мама, здесь? Курочки ходят. Нету, нет. Где-то из разряда, типа, купил эту зеркалку, принимая заказ. Вон там они. Ага. Давай, с Богом. Вон, вон, вон. Вот так. Вот они, галапузики.
Вот так. Сейчас подожди, пойдем за тех. А там видно будет, что останется. Ты записку на дверь ушла туда-то, как Надежда Васильевна. Я на огороде, я у друзей. Рыбу принеси, 10 штук. Принеси посудину возьмешь. Хорошо. 10 карасиков. Сейчас вот этот вот будет капризник. Он говорит, меня говорит, считает за масона. Понятие какое. Да масоном ты да сопли утирать не должен. Кто считает? Володя приходил к нам, пироги нес и говорит, еще всего. Да ты знаешь или нет, это насколько серьезно. Вот, выбирай 10 штук, какие понравятся. Прям с озера. Свеженький. Все? Спасибо. Слава Богу. Пошли. Пошли дальше. Христа. Ой, Устинову. Здесь вот калитка закрыта. Вот, какие цветочки красивые. Красота. Тут цыплятки бегают. Качет. Эй, кто дома? Это щебечет. Карасей принесли 10 штук. Давай, бери. Ай. Не будешь брать? Не надо. Ну? Некогда чистить. Все понятно. Вот смотри, какие большие есть. Ладно, спасибо. Все. Чистить некогда. Вот занято, потеряешь. Ух ты. Ты зачем мой башмак клюешь? Дымок молодец. Мы пошли к Андрею Устинову. Тут тоже у него цыплятки ходят. Цветочки растут. Принеси посуду. Ну, вот только что с этой, с балки. По деревне развозим. Давай какую-нибудь. Выбирай 10 штук. Спаси, Христос. Какие понравятся. Десять, да? Да. Все, во славу Божию. Благодарим. Так, мы придем сейчас к вам на весы, свесить рыбу, полное ведро сколько будет. Дома кто-то будет? Да. Молодец. Что интересно, я когда считал, это, куда лезешь? Он вышел, вышел. Я, кажется, этих усинов... Его надо загнать обратно. Проказник. Вон они, вон они столпились. Вот они нас не касаются. Все. И все на этом. Сейчас два ведра надо будет...